Об'єднувати продукти харчування поговоримо сьогодні. І хто ж буде відповідати на мої ваші запитання? Скачков Борис Глібович – лікар-терапевт, фітотерапевт у сьомому поколінні, дієтолог. Автор понад 40 наукових статей, 50 опублікованих книг та брошур. Написав більше 1000 статей в газетах, журналах та інтернеті. Провів 150 відеолекцій в інтернеті. Пане Борисе, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що ви знайшли час для наших глядачів. Ви знаєте, мені здається, що у нас сьогодні дуже важлива тема. Тому що от дуже просто сказати глядачам з телеекранів, от вам потрібне збалансоване харчування. А от що це таке? Абсолютно правильно. Як правильно харчуватися? Ми, думаю, що маємо саме про це говорити. Поговоримо сьогодні. Лише нагадаю усім глядачам про нашу телефонну лінію. Звичайно, вона для вас працює, а номер він простий, він незмінний. 490-11-34. Будь ласка, телефонуйте. Тож, пане Борис, я думаю, що ми почнемо із того, що кожен їсть, ну, майже щодня це м'ясо. М'ясо, яке м'ясо корисне і як його правильно вживати? З якими продуктами харчування воно буде засвоюватися найкраще, а з якими навпаки? Ні. Ну, м'ясо, да, необхідний компонент, там це основний істочник білка. Все-таки більше білка ми беремо із продуктів животного походження. І тут треба учитувати можливості людини. Якщо чоловік має великолепне здоров'я, великолепну пищеварительну систему, він може їсти любой вид м'яса. Они, по идее, легко переварятся, усвоятся, если, правда, он оставил достаточное время. Поэтому нужно использовать выражение наших предков «завтрак сам, обедом с друзьями, ужин врагам». То есть, чем ближе ко времени сна, тем более простые в переваренні продукты нужно употреблять. Тобто м'ясо на ніч ми не маємо їсти. Можем кушать, но если у нас хороший знакомый ортопед-травматолог, трихолог, врач-гастроэнтеролог, который потом помогут справляться с теми болезнями, которые мы таким образом найдем. Сколько мяса людині варто вживати на день, на добу, скажем так? Смотрите, по белку потребность в белках это 1 грамм на килограмм веса. И белки можно брать из разных компонентов. Если мы берем самую такую сбалансированную диету, это средиземноморская диета, то в ней в основном овощи, фрукты, где белков очень мало. И мясные продукты в виде, то есть животные белки, но там больше это рыба, это морепродукты, яйца, молочные продукты. Вот здесь белок берется. Да, суммарное количество белка обычному человеку это 1 грамм на килограмм веса. Ну, кажется, детям что, больше... мясо, шматочек мяса має помещаться тобі ось на долоньку, и это, в принципе, будет твоя норма. Не совсем. Ну, смотрите, на долоньку можно положить тоненький слой, а можно так с горкой. Вот. То есть тут возможны варианты. То есть, смотрите, по белку вот так. То есть, если мы исключаем все источники белка, едим только мясо, то потребность грамм на килограмм, в среднем 20 грамм белка в 100 граммах мяса, и человек весом 60 килограмм, понимает, что где-то порядка 300 грамм мяса он может съесть. Или 150 грамм мяса, 150 грамм рыбы. Или раздробить еще, там, добавить, допустим, творожок. То есть уже будет 100 грамм мяса, 100 грамм рыбы и где-то грамм 150-200 творожка. Какое мясо наигрше засвоивается в нашем организме? Тяжелее всего мясо теплокровных. А из них красное мясо. То есть свинина, говядина, телятина, конина. Вот эти продукты, эти мясные блюда, скажем так, из них усваиваются тяжелее всех. То есть окурка, индычка, например? Лучше. Белое мясо переваривается легче. Там меньше соединительной ткани. Она затрудняет процесс переваривания и меньше белковых токсинов. Потому что самое опасное от мяса – это продукты жизнедеятельности. Мы производим свои продукты жизнедеятельности, и самые ядовитые – это белковые токсины. Животные от нас ничем не отличаются, они то же самое делают. Вопрос – как от них избавиться? То есть мы можем взять самое опасное мясо, там, допустим, телятину, это, пожалуй, самое опасное мясо из теплокровных. Хорошо, конина еще соперничает активно с этим. И обязательно отварить. То есть в первый бульон выйдут эти самые продукты жизнедеятельности. Потому что не берем мы парное мясо. Да, самое идеальное мясо парное, вот курица только что кудахтала, тут она оказалась в бульончике, все прекрасно, парное мясо пошло. Особливо мешканцям міста, давайте расскажем. Да, а если курочка полежала на прилавке или до прилавка, а потом еще дома, в ней идет так или иначе все равно идет обмен веществ. Ще місце м'ясо з вами поговоримо. У нас є перше запитання від глядачів. Будь ласка, 490-11-34, ми готові вас послухати. Алло. Алло. Раді вас чути?
Доброго дня. День добрий, будь ласка, яке ваше запитання? Звати мене Володимир, а телефоную я з Києва. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, питання до вашого гостя. Так. А правильно буде, це правильно чи неправильно, якщо вживають до за півгодини до вживання їжі, випивати потрібно стакан води? Три стакани води? Ні, стакан води до за півгодини до вживання їжі. Ага, за півгодини до вживання їжі стакан водички. Якщо пищеварительна система була пустая, то стакан води можна випити, але краще не за полчаса, а за 40-60 минут, щоб він з гарантії ушел із желудка. Но вода не относится к аперитивам, вода не относится к сокогонным веществам. Поэтому она, ну, пищеварительная, да, желудок, из желудка она ушла, но пищеварение она не запустит. У большинства людей страдает именно это. С возрастом постепенно пищеварительная система, так или иначе, она стареет вместе с человеком, становится все слабее и слабее. И чтобы лучше переваривать пищу, ее нужно, знаете, немножко так подталкивать, подхлестывать. И вот это делают аперитивы перед едой. Это может быть, если мы возьмем аюрведу, это соки кислого или кисло-сладкого вкуса. Ключевое слово кислый. Кислоты раздражают желудок, вызывают секрецию желудочного сока, и туда попадает еда, лучше переваривается. Можем использовать лекарственные травы с пряным, с горьким вкусом. Все знают там полынь, знают тысячелистник, знают другие пряные растения, вернее, горькие. Горечі роздражає желудок, теж визивають секрецію і облегчають переваривання. Ну, якщо говорити по-простому, те, що є вдома, ну, якщо узвар наварити, узвар це буде аперитив? Ні, узвар, скоріше, не буде аперитивом, а от якщо ми візьмемо бульйончик м'ясний, або бульйончик, але не перший, перший потрібно обов'язково слити, або візьмемо бульйончик овочний, обов'язково присолений, або ми візьмемо, многі вважають, що перед їдою потрібно з'їсти салатик. Из салатика можно перед едой выпить юшку, она тоже работает как аперитив, сок. А сам салатик съесть либо после еды, ну, либо даже, ну, скорее после еды, не до еды. Потому что если салатик зайдет в желудок вместе с соком, желудочный сок вышел, он находится внутри салата, он находится между всеми компонентами этого сырого салата. Ему очень тяжело добраться до куска мяса и переварить кусок мяса, потому что сок не имеет направленности действия. Он находится просто в желудке. Тобто відповідальне запитання нашого глядача, немає сенсу пити воду за півгодини до їжі? Вона не дасть. Вона, да, вроде как промоет, вроде как воду человек ввел, но для пищеварения это либо минус, либо ноль. Ноль, если просто вода ушла. Если съел, выпил воду близко около еды и поторопился покушать. Їда попала в воду, вода пищу не переварює. Краще підсолений бульйон. Да. Я вам дякую. Ми з вами говорили про м'ясо. Ну, це, звичайно, дуже актуально. І це те, що ми їмо найчастіше. Але з чим його їсти, щоб дійсно воно засвоювалося краще? І не було неприємних сюрпризів, про які нам говорите, що треба там дружити з різними лікарями. І їсти, да, що заманеться. Ні, так краще не робити, тому що в машину треба все-таки заливати правильне топливо. М'ясо має заходити в пищеварительну систему на фоні апетиту. Якщо у человека є апетит, значить в желудке знаходиться желудочний сок. І він готов переварити це м'ясо. М'ясо треба обов'язково добре приготувати. Воно має ароматним бути, воно має бути вкусним. Тому тут включаються різні пряності. Сейчас пряностей полно, наши родители, они использовали там лавровый лист, горошек, душистый там, перец черный и, пожалуй, все. Специй и пряностей, вернее, сегодня достаточно много, их нужно тоже использовать, они дают вкус продукту, и мы его употребляем с удовольствием, но самое главное, выделяется и слюна, выделяется желудочный сок, который потом этот продукт хорошо переварит. Це справа смаку, тобто як людина любить, вона так його і приготує. Верно. Пряності тут не можна нав'язувати чоловіку, кому-то хочеться, щоб всі їли імбірь, кому-то хочеться, щоб куркуму. Індивідуальний опит. Нравиться з імбірем – їж, не нравиться – забудь. Нет такой пряности в твоей жизни. Вот. Но тут еще важен гарнір. Если на гарнір должны, что должно поступать? Это все-таки овощи и фрукты после термообработки. Растительная клетчатка в таком виде, она выполняет, во-первых, роль сорбента. И если где-то там не угадали с количеством мяса, не хватило немножко пищеварительных соков, и мясо в кишечнике уже начинает где-то подгнивать. У кого нулевая кислотность, оно может начинать гнить даже в желудке. И вот здесь вот овощи или фрукты в термической обработке, вот их клетчатка, она помогает размножиться сапрофитной или условно-патогенной микрофлоре. А это конкурент патогенной, та, которая любит белковые продукты. И вот здесь вот, вызывая конкуренцию двух групп микроорганизмов,
Мы помогаем своей пищеварительной системе все-таки доварить этот кусок мяса или всякую... Мясо найкраще поєднується із овочами та фруктами, які термічно оброблені. Да, лучше всего. У нас є запитання, припрошу, буквально хвилинка. Алло. Алло. Здравствуйте. День добрий, ваше запитання. Дело в том, что у меня такой вопрос. У меня был многолетний пост, я не ел белковую пищу практически совершенно. Когда начал ее есть, у меня появились спазмы вот сосудов головного мозга, шеи. Как от этого можно избавиться? Питанием как избавиться? Что могло послужить причиной таких спазмов? Вот это мне непонятно. Я вам дякую за ваше запитання. Можно, подскажите. Дякую вам за ваше запитання. Міцного здоров'я, пане Борисе. Дело в том, что пищеварительная система, она тренируется под тот рацион, который у человека есть. Если человек надолго, неделю, две, три, тоже можно на такой срок, если исключить какую-то группу продуктов питания, уже сила их переваривания будет меньше. А если человек много лет исключил мясо, то не будет организм держать. Ведь пепсин – это не один фермент. Там около 10 разных ферментов вырабатываются в желудке, в зависимости от того, какая пища в рационе есть. И то больше, то меньше. Не будет организм держать пепсин номер один, для того, чтобы переваривать там условно красное мясо, если оно не попадает в рацион. Он просто исчезнет из желудочного сока. Останутся те, которые переваривают, там, если человек убрал мясо, бобовые там какие-то белки, каш. То есть там тоже есть белки. Человек надолго не может исключить всю белковую пищу. Потому Але что... як повернутися до звичного раціону? Як знову їсти м'ясо? І щоб Только методом не було... тренировки. Только методом тренировки. То есть человек должен вспомнить так, как кормят детей. Как детей переводят с грудного вскармливания на смешанное. То есть идет привычный продукт и дальше докорм. Вот здесь вот паровозом подбрасываем небольшое количество этого продукта и пытаемся натренировать, вернуть систему. Ведь если человек переваривал мясо, значит в генах у него это заложено. У него есть программа синтеза этих ферментов для переваривания мяса, белков мяса. Тобто поступово, потрошку знову вводити м'ясо в раціон. Или переходить на ферментные препараты. Я вам дякую. 490-11-34 – це наша телефонна лінія. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про те, як правильно поєднувати продукти харчування. Якщо у вас є запитання, звичайно, ми готові вас слухати. Алло. Алло. Раді вас чути. Добрий день. Будь ласка, ваше запитання. Владимир із Николаєва. Дуже приємно. Я хотів би узнати, якщо гіперповищена кислота. Так. Як желательно перед едой, що треба? Так, дякую вам за ваше запитання. Підвищена кислотність. Это очень счастливый человек. Он способен переваривать даже недожаренные гвозди. Вот. И нужно этим пользоваться. То есть, когда кислоты выделяется много, или она выделяется в большом количестве, то здесь вопрос в чем? Нужно просто правильно использовать эту систему. Нужно чаще питаться и подкладывать белковую пищу, которая в этих условиях легко переваривается. Потому что белок, который попал, неважно какой, это будет мясо, птица, рыба, это будут какие-то бобовые, их нужно подкладывать, и они будут просто перевариваться, человек будет получать вот эти белки, получать аминокислоты, это условие жизни, это условие поддержания иммунной системы, это условие занятий спортом, ведения активного образа жизни. То есть без этого все эти события очень с трудом происходят. Вот. Но тут вопрос в чем? Из-за чего желудок начинает так реагировать? Пищеварительная система, она же и очистительная система. То есть, когда в крови слишком много токсинов разного происхождения, вот здесь желудок, пытаясь удалить их из кровеносного русла, сбрасывает свой сок. Никто не видит, сколько сока выделяют поджелудочная железа, сколько сока выделяется в тонком кишечнике, тоже больше. Организм пытается чистить. Здесь я бы ввел в рацион, опять-таки, термическую обработанную клетчатку, как сорбент, который постепенно, очищая кишечник, очистит кровь, и эта ситуация исчезнет. Не стоит бороться с кислотностью. Кислотность – это резерв, это я даже не знаю. Ну, вас послухать – это дар Божий просто. Конечно. Это способность переваривать пищу. Пусть человек посмотрит, зайдет в геронтологию, посмотрит на тех людей, которые с трудом кефир переваривают. Которую до них переварено половину бактерій. Ми з вами говорили про те, що м'ясо краще поєднувати із термічно обробленими овочами. Чому не свіжий салат? Зі свіжих овочів. Смотрите, что дает салат? Он, ему не нужен желудочный сок. Да, он нужен только в плане дезинфекции. Потому что сырая растительная пища, если она термически не обработана, человек очень серьезно рискует. Все животные на планете, исключая человека, в слюне имеют достаточное количество лизоцима.
Лизоцим – это дезинфектор. Поэтому ни одно животное, когда говорят, вот только человек додумался термически обрабатывать. Да, но и человек обязан мыть пищу. Ни одно животное в природе, нет, ну есть несколько там обезьян, енот полоскун, он там, ну в какой воде он получит? Не в чистой родниковой, он получит в речной воде, где полно бактерий. То есть это условное такое мытье продукта перед употреблением. Человек единственный, кто не имеет достаточное количество лизоцима для дезинфекции пищи. И салат, попадая в сыром виде в желудок, хорошо, если у человека хорошая кислотность. Он дезинфицируется. Если еще и там нет застоя желчи, там еще желчь добьет тех бактерий, которые не погибли в желудке. Но для переваривания белка он более ядовит. Переварить салат, ну, несложно. Если даже человек не переварил, ну, подумаешь, там появилось вздутие живота, углеводы начали бродить, небольшая порция алкоголя попала в кровь, и человеку, в принципе, неплохо тоже от этого. То есть, но вот когда белки не варятся, вот то, что сказал, ну, там, через один звонок слушатель, то белки не варятся, продукты белкового гниения попадают в кровь, нагружается печень, нагружаются почки, они находятся в крови. Когда токсины эти попадают к мозгу, мозг спазмом пытается защититься, чтобы не пустить токсины к себе. Святая святых. И здесь возникают, безусловно, проблемы. Можно снимать спазмы и пустить токсины к мозгу. Пусть кушает всю эту грязь. Но лучше, конечно, обратить внимание на пищеварительную систему. Я вам дякую, будь ласка. Чи у нас ще запитання? Будемо дивитися сюжет. Будь ласка, 490-111-34. Ще є час вас послухати. Алло. Добрий день. День добрий. Был гепатоз, так. Реактивный панкреатит, гастроптоз, мочекаменная болезнь и эзофагит. Исключены были свежие овощи и фрукты. Это было в течение года. Как теперь перейти, чтобы не было обострений? Дякую вам за ваше запитание. Мясного здоровья. Очень рискованно, потому что из всех диагнозов реактивный панкреатит может сюрприз подкинуть в любой момент. Поэтому лучше не дразнить поджелудочную железу, а продолжать питаться так, потому как это есть такой парадокс. Многие считают, что в сырой пище полно витаминов. Теоретически да. А практически сырая пища содержит и антивитамин. Его там немного. Но когда он заходит в организм, он, антивитамин остается на память. И люди, это парадокс, но люди, употребляющие в основном сырую пищу, у них авитаминоз по тем витаминам, которые в этой пище были. И это способ выживания в условиях экваториальной зоны, где очень жарко. Потому что там нужно, если нам здесь в средней полосе и выше, там, по широтам, нужно греть свой организм и нужно активировать обмен веществ, то в экваториальной зоне нужно, наоборот, тормозить обмен веществ. И антивитамины, сырая растительная пища выполняет эту функцию. Она не дает возможности организму слишком активно иметь обмен веществ и выживать в этих условиях. Иначе перегревание организма и смерть от теплового или солнечного удара по выбору, в зависимости от того, где человек находится. Если на открытом солнце, то солнечный удар, если где-то в тенечке, при плюс 40 будет тепловой. Ну, нам таких неприємних сюрпризів не треба. На щастя, ви сьогодні в нашій студії. І будемо нас навчати, як правильно харчуватися. Будь ласка, дивимося наш перший сюжет за мить знову. Ці студії, будьте з нами, наш номер, він для вас працює протягом усього нашого прямого ефіру. Він, звичайно, незмінний. 490-11-34. Сьогодні говоримо про те, як правильно поєднувати продукти харчування. Дивіться.